Российское дерево 2020. В этом году название главного дерева России претендует 12 участников. Среди них 369-летний дуб, который растет в Маргаушском районе недалеко от Ильинки. Голосование проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» с 1 мая по 1 октября 2020 года. Победитель сможет участвовать в международном конкурсе «Европейское дерево года». Чувашский дуб фигурирует в голосовании под номером 4.